пиши скорее. Варя. А что ты, Варя, без папки? А папка твоя где? Мы забыли. Ну? Слушаем. Молодцы. Еды. Хорошо, молодцы. Яблоня – это дерево, на котором растут... Кирюша, на яблоне что растут? Яблоки. Растут яблоки. Кирилл, молодец, Кирилл. Хорошо. Ну, а теперь я вам буду показывать картинку, а вы должны будете сказать, что это такое, да? Что это? Часов. А для чего нам часы нужны, Варюш? Чтобы понять время. Конечно же. Жук. Это жук. Жук. Итак, что мы... Этот жук похож на жука-носорога. Так, похож на жука-носорога. Еще что можем сказать? Он страшный. Страшный. Он? Он насекомый. Это насекомое. Давайте первый звук. Итак, гриб. Хорошо. Ж. Ж, ж, хорошо, коротко, хорошо. Осень. Осенью обычно собираются грибы. Кто? Как? Осенние месяцы. Мы в школу пойдете осенью. Когда пойдете в школу? Потом пойдет октябрь и потом... Ноябрь. Ноябрь. Давайте все вместе повторим. Сентябрь. Жука. Он называется даже майский жук. Когда, Кирилл, когда мужика можно? Август. Хорошо. Хорошо. Ну и осталась весна. А и для мальчиков, ой, для девочек праздник. Вот. Март, апрель, май. Хорошо. А теперь давайте мы назовем март, апрель, май, июнь, июль, август. Сентябрь, октябрь, народа изображено слева. Слева. Какое время года? Зима. Слева. Подняли левую руку, да? Левая рука. Осень. Итак, а теперь скажите, пожалуйста, почему вы решили, что слева это зима? Итак, начинаем. Почему слева зима? А может быть это лето? Тепло одет. А почему тепло? Как это понять, что тепло? Оля. Потому что холодно. Нет, а посмотрите, что здесь теплого? Посмотрите, давайте. А вот это что такое? Мы варежки мы называем. Хорошо. А, Варя, а вот это что такое? Валенки. Валенки. Вот поэтому мы говорим. Летом по лужам босиком, да, бежим, радуемся. Летом идет, как мы с вами радуемся. Ура! Конечно же, ребят. И вот посмотрите, пожалуйста. Раз кулак, два кулак, я могу и так, и так. Солнышко лучит, мальчики ушли. Солнце улыбается, пальцы просыпаются. Крестик два, очень ловкая игра. Да, считаем. Один, два, а у трех мышек шесть ушек. Хорошо. Холодильник. Холодильник большой, да? Yeah.
команда. Л. Ла. Хорошо. Молодцы. З. З. Кошки. Кошки. Скучала мышка в выходной. Побегать бы немножко. Да спит под лавкой кошка. Пожалуйста, из каких фигур вы... Хорошо, еще? Круг. Круг, треугольник, квадрат, круг. У нас с вами сложное задание. Вот кошка такая нам вредная попалась. Нужно догадать. Итак, у нас волшебные счета. Квадрат, круг. Треугольник. Есть квадрат? Нету. Значит, какой будет толще? Квадрат рисуем. Ну, круг. Ведерко. Квадрат. Есть круг? Нет. Только ведерко. Значит, какая будет голова? Круглая. Нет. Здесь считалочки. Смотрите. Так. Марина, садись. Аккуратно. Режем. Так.